Подпишись на канал. Друзья, добро пожаловать на Game Study. Зовите меня Джекман, мы продолжаем проходить God of War. В прошлой серии я так и не закончил задание с духами. Вот, нам сейчас нужно освободить последнего духа. Вот к нему и поплывем. Может, другой скажет что-то важное? Никогда не надейся на лучшее. От мертвецов толку мало. Откуда они берутся? Когда отсекаешь дух от плоти, срез не всегда бывает ровный. Ты уже встречал духов? Да, много. И каких? Назойливых. Бочки обязательно разбиваем, потому что в бочках дохрена серебра лежит. Так, ну-ка давай уточним, где находится этот дух. Где-то вот за этим туманом. На этом рифе, что ли? Хочешь причалить? Да. Остров смерти. Как страшно. Ништячок. А тут что? А тут ничего. Вроде это последнее. Можно ведь, да? Да. Но погоди, сначала осмотримся. Ну, жизни у меня полные. Так что это не берем. Это можно сломать? Нельзя. А вот это можно взорвать. Вот. Блин. Ну так близко стоять опасно. Отсюда попасть вообще возможно? Ну если так аккуратненько, вот так вот, аккуратненько, вот так вот. Ну, так. Блин. А. Получилось. Носовые фигуры. 4 из 9. Отлично. Вот еще. Где кувшин с маслом? Хм. Я прямо слышу, что за этими камнями кувшин. Горит прямо. О, вот. А по этому канату можно спуститься? Нет. Да, блин. Промазал. Че? Ты не можешь здесь пройти, что ли, Кратос? Ну ты чего? Ты ж не такой широкий-то, блин. Ну не упадешь, не бойся. И че, будто бы мы это взорвали, зачем? Тут ничего нет. А? Пойдем наверх. Ну да. Эпичный вид. Сундук. Символ угрозы? Че это такое? Надо будет глянуть. Но потом. Ух ты! Сундук. Ну в каких-то корягах, блин. А эти коряги, конечно же, не разрубить топором. Может быть, после разговора с духом эти коряги исчезнут. Так, тут тоже канат. И не спуститься, ясно. Ну давай.
Считай. Сын, сюда. Квейкья. О, нифига себе. С одного попада... Ух ты, ух ты. Че, в снежки будем играть, что ли? У меня снежков нет, пацаны. У меня только топор. Так что не обессудьте. Смотри, с одного броска сразу подыхают. Блин. Ой, стенку себе построил, что ли? Так. Ну-ка. Да какого хрена? А, холодно. Как же холодно. Хе-хе-хе-хе-хе. Влазь. Влазь, тварь. Влазь. Обраточку хочешь? Есть. Вы, нам нужно все поговорить. Ща побазарим. Еще один дух, которому что-то надо. Как неожиданно. Ух ты. Сарказм, крат. Ты так умеешь, что ли? В чем дело? Я пришел сюда с торговцами, спасаясь от запустения. Откуда мне было знать, что здесь оно еще хуже? Мы не можем исправить твои ошибки, дух. Знаю. Но я опасаюсь за капитана и команду. Думаю, они все еще под водой. Вы найдете их. А ты можешь что-то предложить нам взамен? Я... Мне нечего вам дать. Ну... я не знаю. А! Перед смертью на мне была фамильная драгоценность. Найди команду, и я отдам ее тебе. Ладно. Спасибо. Это еще не все. Лучше. Теперь нам надо еще команду найти. Почему вы с мамой не говорили мне про запустение? За твою мать я ничего не скажу, но меня это не волнует. И тебя не должно. Тебя не волнует то, что все вокруг умирает? Наша цель — подняться на вершину. Да ну, тогда что мы делаем на этих островах? Мы собираем то, что позволяет улучшить снаряжение. И уходим с пути только для того, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Так можно заодно мир посмотреть. И помогать другим. Ага. Блин. Я думал, что это здание закончится. А оно, походу, только началось. Так. Путь к горе. Это у нас основное задание. Вот, побочки. Откройте мир Муспельхейма. Муспельхеймская тайнопись. 1 из 4. Мы нашли обломок диска, покрытый странными рунами. Мама рассказывала мне про такие диски. Скорее всего, это ключ к рунам Муспельхейма. Если мы найдем остальные фрагменты, я смогу научиться читать эти руны. И это наверняка откроет для нас множество новых путей. И все, здесь выполнены. Неоконченное дело. Выполнено. Но этот дух говорил про команду. Может быть, имелось в виду те предыдущие духи, которые... Ну, как бы имелось в виду... Он имел в виду про тех духов, которых я до него освободил. Ну, а почему тогда мы ему об этом не сказали? Что мы их уже вроде как нашли там, освободили... Ну смотри, больше заданий нет, побочных. Это подвиги. Это карты сокровищ. Кстати, карты сокровищ. Вот я знаю, где лежит вот это вот тело великана. Давай туда с Гонзе. Это где-то вот в этих краях. Точно не помню. Прям вот, прям досконально точно. Ну, сейчас поищем. По сюжету пока не хочу двигаться. Хочу немножко всякие побочки повыполнять, сокровища найти.
Так, бочка, 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 бочка. Сюда. Еще одна бочечка сюда. Вот еще бочечка сюда. Так. Вилдерская бездна. Это вот здесь вот. Ну, считай, по бочке повыполняем. Прокачаемся, всяких ништяков найдем, обвешаемся. А потом пойдем по основной сюжетной линии и всех порвем. Это не то место. Эта дорога ведет к кузнецу Броку. Туда, что ли, дальше надо плыть? Сейчас, значит, чуть дальше проплывем. Но это точно где-то здесь, в этой части. Озеро Девяти. Хорошо. Бочечка. Опа. Это что за ворота? Я их первый раз вижу. Я, походу, здесь еще не был или был, но не заметил их. Ну как такие ворота можно не заметить? Они огромные. Хотя я могу не заметить. Такие большие. Наверняка эти ворота можно как-то открыть. Ну, твоему папе достаточно просто пнуть по ним, и все, они откроются. Это похоже на водяное колесо. То есть, подводное колесо. Ты что, засмеялся? Нет. Точно нет? Точно. Я не смеюсь. Да я знаю. Ха-ха, такой Кратос обманщик. Мы же все слышали, что он хихикнул. Так, здесь я точно не был. Причалим здесь? Где? Где причал? Ну там нет. Там точно нет. Или да? Нет. Ты чё меня обманываешь, а? Вот же причал. Пойди сюда. Круто! Новая карта! Давай глянем. Ключ капитана. Когда капитан сгинул в чреве Гидры, его ключ достался мне. Я отправился в новые земли, но мой корабль разбился о скалы и затонул вместе с драгоценным ключом. Теперь он покоится под волнами, насаженный на риф. Вот так, я это место знаю, мы только что оттуда. Мы же вот как раз в этом месте и освободили последнего духа. Так, что там лежит? Редкие чары одна штука, сплав Лейптр одна штука, золото Эгера 30 и 10 тысяч серебра. А раздутый труп, ну-ка. Редкие чары одна штука, камень забвения одна штука, магическая сварталь, хеймская сталь 5 штук и 6 тысяч серебра. Королевство охотника. Мотсогнир, владыка людей и зверей, я явился сюда, дабы узнать, разгадал ли он секрет создания легендарной брони, но нашел лишь горе и смерть. Я оставлю эти дары в память о тех, кто умер ради славы короля гномов. Редкие чары одна штука, сплав Лейптер одна штука, прочная сварталь. Сейчас, сварталь фхеймская сталь. 5 штук и 6 тысяч серебра. Свартальфхеймская. Свартальфхеймская. Блин, как сложно выговаривать такие слова.
секретик, типа. И чё? А где там сундуки, ништяки, я не понял. Чё за камни? Непонятно. Так, это чё? Подожди. Тут где-то должна быть шестеренка. Так, сама в обраточку не идет, да? Может быть, с этой стороны? Ну-ка. Чего? Здрасте. Ты здесь одна? Чего радуешься, дура? На-ка! Куда убежала? Сюда иди. Я не буду там с тобой драться, там слишком узенько. Сюда иди, коза. О, она здесь не одна. Так, сзади еще кто-то, да? А, твою мать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отец, берегись! Получай, тварюга. Вот так вот. Коза. Не понял. Что такое? Это типа камень хамелеон? Все камень? Ну смотри, хочешь ярость? Хочешь белое, я не знаю, что значит. А зеленый это жизни. Давай возьмем, когда побелеет. Посмотрим, что это такое. Это опыт. Плюс 27. Хорошо. О, жизнь. Тут целых два сундука. Тут тоже нет ничего такого. Никаких шестеренок. Так, здесь. Шестеренка должна быть здесь. С этой стороны. Ничего такого не вижу. Тут что? Ну, это нам не открыть, естественно. Еще одна для коллекции. Носовые фигуры 5 из 9. Хорошо. Тут тоже закрыто. Давай опустим этот мост. Посмотрим, что там. Может быть, там. Отрей, за мной. Опа. Оранжевый дух. Сразись со мной, громовержец! Ты дурак, что ли? Я не Тор. Ну, громовержец, это же Тор.
А я Кратос. Боги глухи к твоим воплям, дух. Зря глотку дерешь. Не смейся над моей жаждой мести. Моя семья поклонялась Тору, а я решил его погубить. И я начну со статуи, что стоит над могилой моего отца. Не выйдет. Ты мертв. А мы можем тебе помочь? Конечно, не бесплатно. Повали эту статую, и я разрешу тебе порыться в могиле отца. Он упокоился на одном острове к востоку отсюда. За что ты ненавидишь Тора? После смерти отца мать поставила статую, чтобы она охраняла могилу. Представь себе наше удивление, когда сам Тор явился с соболезнованиями. Поначалу мы радовались, но он злоупотребил нашим гостеприимством. Мать умоляла его уйти, но Тор в пьяном кураже убил ее. У меня не осталось ничего, кроме горя. А потом я утратил его. И его заменил гнев. Я сочувствую. Идем. Нужно уничтожить статую. Либо история этого духа тронула Кратоса, либо Кратос наконец-то понял, что нельзя отказывать в помощи, потому что за это мы получаем всякие крутые ништяки. Так, это что такое? Вот так вот просто открыли ворота? Серьезно? Я думал, эти ворота как-то не просто открываются, а они, оказывается, вот так вот просто открываются. Окей. Мой отец похоронен на острове к востоку отсюда. Не спутайте статую Тора моей матери с уродством, которое стоит на юге. Ладно, хорошо, понял я тебя. А это не крутануть. Ясно. Вот эту хрень я не смогу сломать. Но я, конечно, попробую. Ну нет, это не ломается. Тут можно спуститься вроде как, но из-за воды нельзя. Надо спустить воду, а чтобы спустить воду, это надо будет прогнать змея полностью из воды, чтобы вода спустилась вниз. Как мы прогоним этого змея? Понятия не имею. Так. А, ну все, теперь вообще просто. Нет мне покоя, пока над могилой отца стоит убийца моей матери. Золотой талисман защиты, редкий предмет. Примените сразу после ранения, чтобы быстрее собраться силами. Увеличивает время парирования и повышает защиту при блоках. Хорошо. Так, серебришко. Тут есть? Есть. Вот еще. А тут нет. Тут нет. Моего отца похоронили с фамильной драгоценностью. Помогите мне, и она ваша. Хорошо. Мать убил Тор? А что? Запомни его историю. Жизнь людей ничего не значит для богов. Знаю, отец. Знаешь. А понимаешь ли? Да. Хорошо. Где я видел этого великана? Ну, то есть его тело.
Но это я уже не туда плыву. Там точно был снег. Может быть, я пропустил где-то что-то. Я что-то вижу наверху. Где? А ну-ка. А, так вот, вот же, блин. А жизни полные. Так. Вот. И где искать эти сокровища? Птичка. 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 Стой, не дергайся. Достанет? А если повыше? Ха-ха! Отлично! Ой, только не говори, что сокровище спрятано у него в заднице. Че, серьезно, в заднице? А, не, с той стороны. Вот. Да? Камень забвения. Легендарный предмет. Камень, впитывающий энергию при контакте. Высоко ценится гномами. Используется для улучшения рукояти с эффектом похищения жизни. Встречается в тайниках, отмеченных на картах сокровищ. Отлично. Так, ну-ка. Давай-ка здесь посмотрим. Видишь, цепь есть. Можно забраться, можно спуститься. Так, а сюда вообще можно как-то заплыть? Нет, тут мешают камни. С той стороны, да? А где-то вот там можно, наверное... Или нет? Нет, подожди. Я понимаю. Сейчас подплывем. Эта лодка вообще непотопляемая. Об камни. Об лед. Об бочки. А ему хоть бы хны, ни царапинки. Андрюха, давай, прыгай туда. Да чё? Ну чё там сундук? Мелкий. Это чё? Во. Отлично. О, борзый сундук. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. 2 из 4. Хорошо. Все за борт. Носовые фигуры 6 из 9 уже. Ну вот, соберу я коллекцию. Мне за это дадут какой-нибудь бонус? Так.
Так, теперь надо как-то попасть вот сюда. Наверху что-то есть. Так, где ты видишь наверху? Что ты видишь наверху? Там, что ли, наверху? Да я пока не хочу. Ха. Здесь нет прохода туда. А как туда попасть-то вообще? Непонятно. Вот это вот что такое? Такое я уже видел в пещере. Но на них топор не действует. Вообще непонятно, блин. Ну что? На этот мост или за ворота? Короче, сюжет подождет. Пошли за ворота. Наверху что-то есть. Отстань, мелкий. Заколебал. Обманываешь меня. Нет ничего наверху. Наверху облака, не знаю, там, птицы. Больше ничего. Ну, возможно, за этими воротами будут враги, которые будут мне не по уровню. Но если это будет так, я просто свалю. Пока просто плывем. Ну-ка, читай. Вейдергард. Южный форпост короля гнома. Короля гнома? Ты про такого слышал? Нет. Так, руины Вейтургарда. От Вейтургарда не осталось ничего, кроме следов жестокости Мотсогнира. Некогда плодородные земли превратились в пустоши, залитые кровью охотников и добычи. Эту бойню устроил сам благородный король гномов. Это он превратил мирных земледельцев в неумелых и плохо вооруженных охотников. Это его страсть к диким зверям породила армию вдов. Замок Мотсогнира продолжает стоять, но того, кто покусится на его сокровище, подстерегают самые опасные из королевских трофеев. Будь осторожен и бдителен, да уж. Неприятное местечко. Впрочем, возможно, папа захочет сходить туда и поискать что-нибудь полезное. В последнее время он стал немного предсказуемым, но мне по-прежнему нравится осматривать новые места вместе с ним. Хорошо. Опа! Брок! Ты как здесь очутился? Ты же был там, теперь здесь. Как ты это делаешь, а? Ну-ка, рассказывай давай. Эй, Брок, ты слыхал о короле гноме? Это ты про кого? Про Мотсогнира? Да, этот уродец когда-то правил местными жителями. Построил себе замок к северу отсюда. Гномий замок? Какой он? У тебя пара глаз и пара ног есть? Но перед дорогой советую запастись всем необходимым. Мотсогнир собирает самых разных жутких тварей. Не знаю... Кто теперь за ними присматривает? Назвали бы его не Мотсогнира тогда, а Мотсогнида.
Все так вы его не любите. Ну, короче, он нас предупредил, что там будет сложно. А сложности мы любим. О, здрасте. Боевые навыки Атрея. Атрей обрел уверенность в себе. Теперь он будет поддерживать Кратоса в бою, проводя физические атаки при подходящей возможности. Его способности можно улучшить в закладке навыки. Хорошо. Волки. Хорошо. Волки, волки. Ну, вроде пока слабенькие. Жизнь у них не фиолетовые. Ой. А можно атаку волка парировать? Ну-ка, давай. И только не сзади. Да твою мать! Блин. Какие вы бесячие твари. Так, одного оставь. Одного оставь, который. Сейчас мы будем парировать, учиться. Так, ну-ка еще раз. И оп. Да, можно. И вот так вот на шубу пойдешь. Мне побольше стрелять? Ну да. Побольше стреляй. Так, наверху ничего нет. О, секретик. Думал, спрячешься от меня, сундучок? Нет, не спрячешься. Не получится у тебя. Так. Ладно. Что с ними случилось? А ты подумай. Ну, тут повсюду сажа. Они лежат кучей. Может, они прятались от кого-то огнедышащего? Чего? Но все равно погибли. Дракон? Ты хочешь сказать, они здесь прятались от дракона? Тут дракон? Ну пока волки. Оп. Наваленьки. Так. Ну-ка, тюха. Только читай. Слушаюсь. Будь проклят, король-гном, бич всех людей. Видать, король был не из лучших. Интересно, за что его так ненавидели? Они все мертвы. Какая разница? Да, просто любопытно. Любопытство опасно. Нерушимая цепь. Отор. Опять вырвался на свободу. На этот раз он не стал улетать, а решил отомстить своим пленителям и испепелить Вейтургард. Как уже не раз бывало, в прошлом мы укрылись в соседних пещерах. Король уверяет нас, что следующую цепь он уже точно не разорвет. Да, если кто и способен изготовить нерушимую цепь, так это Мацагнир, строитель великой цитадели Конунскарда, блять, как ненавижу эти названия. Предводитель славной новой эры Вейтургарда. Слава королю гномов, защитнику людей. Они могли бы быть и подобрее за все то, что он сделал для них.
Ясно, сын. Оно отвлекает. То дракон. Тут твою мать будет дракон. О. Нифига там статуя. Ну-ка, мелкий. Прочти здесь. Прочесть можешь? Слушаюсь. Вейда Даудер. Значит, преследующий смерть. Да уж. Охота, смерть. Имеется в виду, что кто-то умер на охоте или что кто-то решил поохотиться на саму смерть. И то, и другое не слишком приятно. Ясно. Ну все, пошли дальше. Ого. Да, действительно, ого. Как строят такие огромные статуи? Гномы – находчивые существа. Противные, но находчивые. Наверное, это очень важные гномы. Во, статуя Тора. Причалим здесь? Так, погоди. Ну, вот и Тор. Где-то ага. У него должно быть слабое место. Опа. Там один? Ща мы его нежданчиком. Он нас не видит. Опа. Он мощный. Не подходи, тварь. Не подходи, тварь. Твою мать. Ты выживешь? Не знаю. Надеюсь. Там еще... Ох ты, ни хрена себе, дядя, здрасте. Ай-я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 й. Нет. Твою мать. Я не был готов к этому. Сейчас было рычание медведя. Тут где-то медведь? Или это они так рычат? Так. Ты, главное, там не подходи пока, дяденька. Я сначала вот этого прикончу. Блин, надо его очень быстро как-то кончать. Но у меня есть ярость. Да мелкий, отойди! Мелкий, отвлекай его. Все, большой пришел. Так, слушай, получилось. Теперь с тобой надо разобраться, блин. Так. Красный нельзя отбивать, желтый можно. Красный. А! Да уворачивайся, придурок, блин, Кратос, ты чего застрял? Мелкого не надо! Так, желтый. Так, еще раз, давай. Красный. А ну-ка. Успел. Отлично. Ну давай, что там? Ха-ха-ха-ха. Получай с обеих сторон. Ну, что будешь делать? С обеих сторон газим. Молодец, Атрей.
Давай, Атрей, поджопник ему. Оба! Вот хорошо мы с ним работаем, видал? Воу! Воу-в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 оу. Не получилось его зажать, да? Пошел нахер. Теперь моя очередь. Вот хорошо. Давай, свой желтый удар. Давай желтый удар. Давай желтый. Классно. И парочку. Опа. Вот и все. Видишь? Хорошо, что это все. Это было очень просто. Ладно, их тут было всего лишь двое. Если бы их тут было трое, я бы точно не справился. Так. Надо уничтожить статую. Надо как-то эту статую взорвать, что ли? Или просто топором швырнуть? Мощно. Может, ему надо по топору? Ну, вернее, не по топору, а по молоту. И как дух собирался сделать это сам? Все? Но это еще не все. А я, слушай, не знал, что можно вот так вот накапливать. Блин, куда еще? По ногам? По суставам, наверное, надо. Сосед дури. На! О, по суставам бьем. Бьем по суставам. Все, понял. Вот так вот, колено. Что-то не падаешь, я не понял. Что такое стойкий, я не понял. Так, где у него там вторая рука? Во. Давай. Что, у него вторая рука мощная, что ли? Я ж по суставу, вон. Прям в колено сейчас. Чё? И чё такое светится? Чё это? Низвергнуть бога не так-то просто, сын. Знаю, знаю. Шучу я. Это не предмет для шуток. Прости. Так, сейчас надо птичечку сбить. Птичечка, птичечка. Так. Блин, почти. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, так вот. Четко. Тут что? Лодка. Могила его отца. Есть что хорошее? Может быть. Рукоятка Тангиоста. Легендарный предмет. Низкий шанс вызвать взрыв молнии, наносящий урон от шока всем соседним врагам при успешном ударе топором. Есть. Что такое в воде светится? Отец, почему от богов всегда столько бед? Такова их натура. Но у них же столько власти. Почему никто из них не хочет помогать людям? Да, боги сильны, но сеют несчастье. Такова Золото. Жизнь, сын. Золото подобрали. А есть еще золото? Золото это лучше, чем серебро. Вот еще золото.
Опачки. Драгор вон там ползает. Ты слышишь? Слышу. И даже вижу, вот Драугар. Вот еще. А можно сзади подкрасться? Тихонечко. Нет, нельзя. Опа, тихо. Нихера он дрищет. Смотри, оба. С продристонами прямо рвет. Смотри. Давай. Оба, видал, продристался такой. Блин. Ладно, они слабенькие. Смачно. Не, ну Атрей вообще красавчик. Ох ты, молодца. Блин, не дают мне тут. На плечи ему сел. Так. Два здоровяка остались, да? Отлично. Ау! Ау-ау-ау-ау-ау. Давай, давай, давай свой удар. Так, сзади кто-то есть, сзади кто-то есть. О, начинаем, короче, с Атрей работать, смотри. И давай. Оп, Атрей, пинай его под жопу. Вот так вот. Ну и пару ударов. Раз, два, готов. Ну как? Тебе многому надо учиться. Фу. Да он уже вообще во все обучен, ты че, Кратос? Ты же видел, что он творит? Что это? Что за звуки? Кто там рычит? А? Ничего не вижу. Так. Вот шестеренка. За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. И что я сделал? Блин, это не Драугар. Это что-то большее и далеко. А, вот что я открыл. Что ты сейчас сделал? А, мелкий? Так, это ярость, но ярость мне не нужна. Опачки. Опачки. Че, еще раз попробуем? В прошлый раз я так попробовал, что-то мне не понравилось. Ну я сейчас, короче, это резко увернусь, а там посмотрим. Давай, тварь, вылазь. Че? Пыль миров, легендарный предмет.
Бесформенная субстанция из разрыва между мирами. Используется для усиления уникальных свойств разных талисманов. Да? Из таких дыр не только злые дяденьки с дубинной земли, как и с молотами выходят и с одного удара убивают. Но еще и вот всякие ништяки можно вытащить. Так. Ведро видел. Вот. Чего? Че ты хакаешь? Че там? Наверняка там еще есть. Рок. Успокойся. Да твою мать, реально, это дракон нахрен. Где-то там дракон рычит. Я тебе говорю, дракон. 100% дракон. Сундучок. Твою мать! Говна, кусок! У меня чуть пердечный приступ не случился, тварь! Ублюдина. Слабые. Странно, да? Ты нифига не жаль, нормально. Ну, кидай. Так, рог подобрали. Так, подожди, там же сундук был, почему я его не открыл? Это что, дракон? Не видал их так близко. Где там дракон? Где дракон? Фу, дракон. Я же говорю, дракон. Я же говорил. А он добрый или злой? Ну, я как бы на всякий случай обосрался. А-а-а. Он, походу, закован. Так, ладно, пусть там сидит. Я еще не все посмотрел. Попозже пойдем на поклон к дракону. Тупик. Блин. О, ведерко, ведерко, ведерко. Может, он нас пока не видит? Поэтому и не это, не вытрепывается особо. Сейчас начнем подходить, он как... Отец, вон там! Рыгнет пламенем.
Что-то написано. Вот это сейчас полезно будет прочитать, я думаю. Сын. Ладно. Уверен, тут что-нибудь так, про дракона будет. Запишу это в дневник. Цена охоты. 6 волков, 2 воина, вон они зовут меня, 13 драугров, 9 воинов, вон они зовут меня, 3 тацельвурма, 6 воинов, вон они зовут меня, 1 тролль, 1 из 40 воинов, вон они зовут меня, 1 дракон, 9 и 90 воинов, вон они зовут меня. Да уж, не слишком хорошие охотники. Похоже, им стоило ограничиться оленями и кабанами. Да блин. Тут должно было быть написано что-нибудь про дракона. Опа, что там? Ого! Вот я же говорил. То есть тут не пройти, да? А мой щит поможет? Ну-ка. Давай. 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 Ой, помогает мой щит. Твою мать. Гайс вот так вот за камнем постоит. Берегись, а, мы... Это я и без тебя знаю. Прям такой Dark Souls начинается. Нихера ты мелкий там проскочил. Теперь мы. Да пошел ты нахер. Бежать. Там даже топтать уже было нечего, да? Кратос просто в пустую землю топнул. Так. Ты давай там стой! Вот там вот так вот стой и все. Стой, не двигайся. Стой. Стой вот так вот. Стой, угу. Вот, хорошо. Спасибо, братан! Так. Вот там тоже вижу парня. Давай мы его сюда согрим. Он кончился сразу. Ну, прибежим мы к нему. Что скажем? Типа, прекрати. Давай дружить. Зачем мы к нему бежим-то, я не понимаю. Ну, просто другого пути. Ты, Атрей, давай оттуда отходи. Ты что такой борзый совсем? Так, бежим. Ё-моё. Опа, опа. Вот, в него дыши, дракон. Вон козлина там. Он нехороший. Так. Тут ничего нет. Ай. Ну там что такое? Смотри, видишь, там магическая цепь. Там не просто цепь, а магическая его удерживает. И огромный ошейник. О. Надо вот к тому этому подойти, короче. Так, и. Дракон в цепях. Мне про таких мама рассказывала. Поможем ему? Дракон опасен. Наверное. Но ему так грустно. Ну, глазки у него грустные и добрые. Нет, это не сломать. Только не ешь сейчас, ладно? Не кушай, не надо. Че, все, мы подружились, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ведь друзья. Ну, походу, да. Давай, сейчас попробую, знаешь, что? Вот да, например. Ну, вряд ли это поможет. Может, по ошейнику?
Да вряд ли не достанет. Это что? Опа, здрасте. Чем падает, я не понял. Как-то он быстро сдох. Тихо, не кушай меня, ладно, не кушай. Мы друзья, все, мы с тобой подружились, все хорошо. Тут что? Блин, я боюсь, я очкую прям. Ну тут вот три руны какие-то. И маска вон. Может, надо найти печати, как у сундуков? Сломать их? Так. Ну, походу, печати где-то вот там находятся. А здесь какой-то ништяк лежит. Давай сначала сюда тогда сходим. Только ты это, давай, ладно, дракончик? Не ругайся. Все, мы с тобой друзья, мы с тобой подружились, мы с тобой повидались, ты нас понюхал, теперь мы друзья. Тихо, тихо, тихо. Че это? Че это такое? Че это такое? Че это такое? Че это? Ох ты, нифига, 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 кто это делает? Это дракон что ли делает? Дракон, ты зачем так делаешь? Или он мне помогает? Ау! Походу, дракон мне помогает. Давай, помогай, дружище. Ай. Ну, правда. Ну, это не особо помогает. Наоборот, только делает хуже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О! А, тварь ты, сраная. Все, дракоша, помогать не надо. Все, врагов здесь больше нет. Все, 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 прекрати, прекрати. Все, да все. Ты орешь. Да не надо помогать-то больше, ё-моё. Вот же печать, да? Ну, так просто еще и не сломаешь. Сын, и твои враги обязательно этим воспользуются. Понял. Так, знаешь что? Давай на этом мы эту серию закончим. Дракона освобождать уже будем в следующей серии. А сейчас вот здесь вот спрячемся. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик. Эти ваши действия очень сильно помогут развитию канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.